вернули красоту дому номер 20 по улице Почтовой. Сталинку с декором в виде колонн с узорчатыми капителями в этом году отремонтировали. Совсем недавно части лепнины были разрушены. Карнизы, потрепанные временем, и другие элементы были в плачевном состоянии. В апреле этого года строители приступили к работам. Отштукатурили стены, установили пластиковые окна в подъездах. А недавно подрядчики довели объект до ума. Все украшения на фасаде отреставрировали бережно. Сейчас они в первозданном виде. Местные жители контролировали работы. Перед началом работ мы вот все, весь совет дома собирался, вместе с подрядчиком обсуждали мелкие даже детали, что бы мы хотели, как бы мы хотели. Вот. И сам подрядчик, собственно говоря, проявил желание, инициативу, чтобы сделать, действительно отремонтировать дом в том виде, в котором у нас есть. Вместо гипса для обновления утраченных элементов использовали современный материал. По словам исполнителей, он прослужит долгие годы. Эти элементы произведены были из пенополиуретана с декоративным покрытием. В последующем, после монтажа крепления, мы их еще оштукатурили, окрасили по сетке и облицевали. Поставщики уверяют, что эти декоры могут служить вечно. Дом отремонтировали по региональной программе капремонта Фонда модернизации ЖКХ. До того, как дом попал в программу, был проект работ 2018 года. В этот документ реставрация колонн и карнизов не входила. Жильцов это не устроило, и они через фонд решили эстетическую проблему. Тариф за капремонт с 5 рублей 80 копеек вырос до 13 рублей 17 копеек за квадрат. Но местным жителям не жаль средств на красоту и уют. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.